будут устраиваться новые покрытия, новые технологии, 2 слоя щема по 5 сантиметров, по 6 сантиметров. Глава города Олег Грищенко осматривает ход работ на центральной улице. Асфальтовые покрытия на Московской меняют от Вольтской до улицы Лермонтова. Кроме асфальта с бетонной крошкой, который уложат по новой технологии в 3 слоя, в центре города будут новые бордюры из бетона. У нас сегодня комплексный подход. Делаем по возможности карманы для удобства автовладельцев, чтобы могли автотранспорт свой ставить. И ставим новые современные фонари для освещения улиц в ночное время. То есть вот такой комплексный подход. Ну, соответственно, ливневки и все, что с этим связано, разуклонка. То есть все для удобства автолюбителей и наших горожан. На новые асфальты дорожники дают гарантию 7-10 лет. Даже в сложных местных условиях. Кроме того, в будущем можно будет менять только верхний слой покрытия. Олег Грищенко напоминает подрядчикам, что из-за создаваемых неудобств работы нужно закончить как можно быстрее. Тем более, что средства более 600 миллионов выделены в полном объеме. Ну, срок нам поставили здесь неделю. Работы мы ведем круглосуточно, максимально сжатые сроки, потому что перед нами поставлена одна бригада сменяется другой. Работы очень сложные, потому что, как видите, применяем гранитный дорожный бортовой камень. Большие неудобства для горожан, но я думаю, надо вытерпеть для того, чтобы потом мы могли бы пользоваться хорошей современной дорогой. Мы применяем новые современные материалы и новые технологии укладки асфальта. Это дает то, что асфальтное покрытие на дороге будет стоять намного больше, чем то дорожное покрытие, которое у нас применялось ранее. Новая дорога по улице Барнаульской будет готова через неделю. Чтобы разгрузить проспект энтузиастов, городская власть приняла решение сделать в заводском районе дополнительную ветку. Что по освещению? Что по освещению? Горит со вчерашнего вечера, все горит. На следующий год мы знаем, что будет она продолжена, и она будет выходить на 4-й же участок, примыкаться к основной улице. И здесь будет сделано одностороннее движение в части в заводской район. Новые технологии асфальтового покрытия зарекомендовала себя еще в прошлом году. И теперь по решению главы города в Саратове будет использоваться только она. Для того, чтобы жители наконец получили качественные дороги вместо ям и ухабов. Татьяна Седова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.